привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня и вчера, и позавчера, в ближайшие вот эти дни я делала покупки, и сейчас скорее хочу с вами поделиться этим. Первое, с чего я начну, это пальто. Вот такое серое пальто. Это все уже выйдет, да? А ты еще не записывала? Тихо, уже все пишется, просто я буду это все урезать. Первое, с чего я хочу начать, это пальто серое, которое я очень давно хотела. Да рот. 20% стоит. Первое, с чего я хочу начать, это мое новое серое пальто, которое я вам говорила, по-моему, где-то, не помню, в покупках я хотела купить. Сейчас, может быть, вы можете видеть на видео, как оно выглядит быстренько. Вот, оно очень крутое, оно мне нравится, достаточно теплое, длинное, очень стильное. Мне оно очень нравится, и мне нравится, как я в нем смотрюсь. Что еще хотела купить? Крис! Выключить воду, да? Я потом сама наберу, ничего нет. Так, что там дальше? Блядь. А, купила я его в H&M. Что идет дальше? Мы были в Adidas недавно с подругой с моей. И я купила там себе джинсики, там сейчас распродажа 50%. Очень намного, да, ну, кроме того, что заканчивается на букву 7. Я купила себе такие джинсики, они вышли мне всего 500 рублей. Вот такие офигенские, простые. Вы тоже можете их смотреть сейчас на видео, я вам показываю. И еще купили вот такие классные брюки. Они вообще круто смотрятся. Тоже внизу вот такие вот штуки классные. То есть очень стильно и модно. И моя подруга сегодня... Что ты там делаешь, блин? Почему ты стучишь? И моя подруга купила себе точно такие же сегодня, так что мы будем весной, и осенью, и летом ходить в одинаковых. Вон две подружки. Дальше я купила себе, маечку. Я купила себе маечку вот такую, тоже в H&M. Мне кажется, она очень классная, такая новогодняя, вот так вот блестит. Цвет мне вроде бы очень подходит. И у меня даже есть офигенская юбка, удлиненная, да. И если одеваешь, потому что это коротковатка. И если одеваешь, то получается прям платье шикарное. И моя подруга сказала, что сегодня она видела где-то в каком-то крутом клипе ее. Так что я теперь буду модная. Дальше. Там же в H&M я купила вот такую вот штучку. Я долго думала, что же это такое. Это, короче, пудра. Но она не то, что пудра, которая без ничего, да. Она пудра, просто она делает блеск. То есть можно на щечки нанести по бокам. Она такой делает блеск. То есть как бы пудра с блеском. Также сегодня я купила себе шапку. Шапку сейчас одену. Вот такая вот шапка. Офигенская. Мне очень нравится. Я давно хотела себе такую купить, но что-то не могла нигде найти. Ну, раз 100, знаете. Эй, ты что сказал? Мазафака! То я купила сумку. Я купила сумку. На самом деле, офигенская сумка. Она по моей подруге тоже понравилась. Это фирма Фабиано, да? Это фирма Фабиано. Вот такая сумочка. Здесь такие ручки, чтобы можно было на плечо делать. С другой стороны у нас кармашек. Что очень хорошо, кармашек достаточно глубокий. Внутри мне понравилась вот эта синяя штучка. Смотрите, как она стильно сделана. Необработанные края. Очень мне нравится. И самое главное, открывается она полностью. То есть видно, если будет там что-то, да, видно все. Далее разделено все это вот такой косметичкой посредине, достаточно глубокой. То есть можно сюда положить одно отделение, другое отделение и внутрь. Дальше здесь есть также два отделения, как обычно на всех сумках. И застежечка здесь. Это просто идеальная сумка для меня. Но совсем скоро я хочу еще одну заказать. Она немножко другая, с американского сайта. Я буду впервые это делать, потому что некоторые американские сайты, особенно который мне очень понравился, он распространяет только в США. Но я нашла кое-что, как можно делать. И я вам потом расскажу, как только сделаю первый заказ. И еще нам сегодня там тоже скидки в этом магазине, и нам дали вот такие штуки по 500 рублей. Представляете, как живые деньги нам косарь дали. Но только мы можем его потратить в этом магазине. Так что, может быть, моей подружке мы что-нибудь там еще приобретем. И, кстати, попозже я сниму, что в моей сумочке. Для того, чтобы все скорее переложить сюда. Покажу вам, какая у меня до этого была. И дальше, последняя, это покупочки Fix Price. Я думаю, что это будет у меня для бижутерии. И скоро я расскажу, как я храню свою бижутерию. И как раз-таки новые идеи. Можно вам на два разделить
части ты много в одной серии рассказываешь? Тихо, до 10 минут можно. Да, кстати, там уже больше. Никто не любит слушать, то очень много. Да по 16 минут делают, девчонки, это нормально. А покупка? Хочешь даже полчаса, ну, интересно. Хочешь хоть час. Ты будешь дослушивать? Я не дослушиваю никогда, никто не дослушивает. Мало кто там дослушивает. Да? На две части делать раздельную часть, первая часть, вторая. Ладно, что, фикс прайс тогда? Я смотрю, ты фикс прайс еще. Фикс прайс давай продвинем. Давай фикс прайс подвинем. Хорошо. Уже утомила вторую часть. Лучше еще одну часть. Хорошо, все, фикс прайс я подвинула. Фикс прайс я подвинула. Заново расскажи за шапки. Стой, стой, стой. За сумку, вот это вот шапки. Шмотки, а тебе шапки. Почему? У меня шмотки в основном здесь. Тогда фикс прайс я перенесу туда. Стой, стой. В принципе, и все с моими покупочками. Я расскажу, что купила моя подружка еще сегодня также. Да, мне очень понравился, тоже со скидкой. Бести есть такой у нас магазин. Просто офигенский синий свитер. Он очень легкий. Он немножко переблескивает. Вы не видели, если это будет свет такой, да, интересный, он прям переблескивает. Он такой свободный, очень сексуальный. Я когда увидела его на ней. Мне очень понравилось, и я бы себе тоже такой приобрела, синий цвет. Просто синий мне почему-то кажется, что не подходит. То есть вот синий немного где-то его нужен для аксессуаров, да. Вот вещи, у меня был синий шарф, хотя я его носила, вроде нравится. Также там она купила вот такой оранжевый, с вот таким вот офигенским горлом. Но ей нравится оранжевый цвет, я не очень люблю оранжевый цвет. Но главное, что очень классно сидит. Вот, ну она взяла его на работу. Так что вот такие вот дела. Итак, все, на сегодня покупочки закончены. Дальше я расскажу вам покупочки во второй части о фикс-прайсе, косметике и тоже находки для меня интересные. Оставайтесь со мной. С вами была Селена Свей. Пока-пока. Ну, там же я купила BB-крем, причем у меня есть BB-крем Givenchy. Не Givenchy, а у меня есть BB-крем какой-то другой фирмы. Что там за фирма? Ебаный в рот, забыла. Крис, посмотри, что за фирма, пожалуйста. Вон стоит коричневая. Коричневая, вон возле зеркала прям 2-1. Да. Что это за крем? Гарнье? Гарнье. А, найдешь. Вот мой. Я! Блин! Вот. Девочки такие закрасились. Если вы знаете, я вот связала ему вот такие вот носочки. Две штуки. Ну, Крис, ну я же на это, ну куда ты? Когда я говорю параллельно, мне, значит, надо опять что-то говорить. 580 рублей, да, это дороговато. Но я на них подписалась, и скоро у меня будет карта с 35% скидкой. То есть вы понимаете, да? Почти 50. 35, почти 50. То есть, ну, треть. И это я взяла, вот эта коллекция, она... Вот эта серия, вот эта серия, она нормализует pH головы. То есть, если у вас корни там, да, жирнеют, то нормализует, чтобы более суше было. Если они у вас сухие, то нормализует, чтобы было более жирнее. То есть, если они у вас сухие, чтобы жирнее были. Ну, в общем, будет все супер. Имбирь. Дальше я у них также взяла пробничек шампуня другого, который она мне рекомендовала, тоже очень классный, типа там от облысения. Ну, я подумала, что может быть не надо, но он очень вкусно пахнет.